Ребят, всем привет! Сегодня будет очень короткое видео, но да, все, доставай. У нас сегодня у Анюты завтра день крещения, но из-за того, что они завтра с утра самого уезжают очень рано в лагерь подростковый, мы хотим ее поздравить сегодня с днем крещения. Подготовили подарки, давай покажем, потому что они не любят, чтобы ее снимали абсолютно. Поэтому мы больше расскажем, что это за праздник. Это да, это Рома выбирает, а к дню крещения вообще никак отношения не имеет. А у нас у Анюты, она год назад крестилась, ей один год во Христе. Это когда человек осознанно принимает решение быть с Богом, посвятить жизнь Ему, как бы, ну, жить по Библии и так далее, читать Библию, молиться. В общем, осознанно имею в виду. И вот ей один годик. Но если разрешит она снять, мы спросим, можно мы тебя снимем? Если нет, просто поздравим ее и все. Поэтому решили ей подарить сладкий подарок. Купили ей 7 медиаторов. Покажешь, какие? Вообще такие, такие прикольные медиаторы. Пока Боря раскроет, я покажу еще. Купили ей струны, набор струн. Она у нас человек гитары, поэтому мы решили ей сделать вот такой подарочек. Это от нас с Борей. Покажи. Струны разной жесткости. Ой, медиаторы. Такие блестящие, разные, переливные. С этими, с, вот тут с такими насечками, чтобы не вываливался с рук, не скользил. С драконами, с змея. Вот такой стильный, этот металлический взяли попробовать. Вот такие вот разные прикольные. Короче, набор медиаторов. И вот такие конфетки. В общем, вот такой небольшой подарок, приятный, в тему, так сказать, для ребенка, который любит играть на гитаре. Ну что, пойдем, мы сейчас ей споем песню. Праздновать она у нас в последнее время вообще отказалась от праздников. Она говорит, мама, я ничего не хочу праздновать. Мне если подарочки подарите, я вам буду благодарна. А вот так, чтобы праздновать, говорит, я не очень хочу. Не знаю, что у нее переключило, может быть, это временно. Вот поэтому мы ничего, стол не накрываем, не празднуем. Просто вот хотелось поделиться, что у нас в семье вот такой праздник. Помимо всяких дней рождения, 30 у нее, 30 октября, день крещения каждый год. Так что, ребят, что, готовы пойти праздновать? Вернее, поздравлять. Пойдем поздравим. Мы тут семейный совет собрали втихушечку, подарки подготовили. Сейчас пойдем дарить. Можно? С днем крещения тебя! С днем крещения тебя! Анюта, с днем крещения тебя. Завтра. Смотри. Смотри. Во-первых, а, ты же дверь, как то правда. Завтра. Во-первых, мы хотим пожелать тебе сладкой жизни. Давай. Это я нарисовала. Надеюсь, ты любишь лимоны. Надеюсь, ты любишь пикник. Шоколад. И капуста. Круто. Тёма, Боря, дари свою милку. Куча тебе сладких подарков. Спасибо. А Максим пакетик подарит. А, подарит, нет, пакетик, это и торт. Дальше, смотри. Смотри. Это, чтобы развить твой указательный палец. О. Это мизинец. Обалдеть, спасибо. А это для всех остальных пальцев. Мне как раз нужны. И последний. Я самый счастливый гитарист, боже. Мы тебе взяли 7 разных медиаторов разного типа, металлические, пластиковые, разной жесткости. В общем, в разных рисунках спасибо, абсолютно. Огромное. Наслаждайся, подбирай свой. Там на каждом медиаторе написано жесткость. Если ты узнаешь, какая... Ты же мой хороший! И от папы тебе струны. Папа, спасибо огромное, Артём. Сейчас подойдет. В общем, Анюта осталась довольна. Говорит, как мне нужны были медиаторы. Не знаю, там слышно было ее или нет, фотоаппарат. Но она потом еще пару раз пришла, говорит, как вы угадали с подарками вообще. Поэтому праздник удался. Да, мячики, мячики, да, да, мячики. Ну, уж вот так вот иногда получается, в плане, что кто-то хочет сниматься, кто-то не хочет сниматься. Тут Тимофей уже начинает подтягиваться к ним. Что-то говорит, я тоже уже не очень хочу сниматься. Вот, ну, хозяин-барин, как говорят, кто будет разрешать, будем снимать, кто как-то стесняется. У них, знаете, временами. То они как-то спокойно, то они такие, не-не, сейчас вообще не надо. Под настроение еще там. Еще, знаешь, они начинают уже в этом возрасте. Знаешь, почему они еще не хотят сниматься? Часто слышу причину. Ой, у меня тут там прическа что-то не то. Ой, у меня там футболка не так. Ой, я там только проснулся. Ой, я только там еще что-то. И вообще не в настроении. Знаешь, когда вот они уже хотят выглядеть. Чтобы их не заставали. Презентабельно. Да, не заставали. Ну, типа, не с расчесанными, там еще что-то. Челка не туда зачесана, уже все. Так, а как я там выгляжу на камеру? Вот, поэтому это же тоже нужно учитывать, потому что когда приходит вот это уже осознание, самоидентификация, или как да. Это называется, не шуми, Паш. Вот, это тоже дает какое-то вот действие
поэтому вот так вот. Ну, короче, что могли, показали, ребенка порадовали, день крещения в кавычках отпраздновали. Ну, прям приятно так было все. Мы там потом обнялись, там когда не видно было вообще, там она там такая довольная, говорит. А она, знаете, что сказала? А я и забыла, говорит, неужели вы вспомнили? Так приятно. Такая прям довольная-довольная, короче. Так что круто вообще. У нас все получилось так, как мы хотели. Вот, так что пока-пока. Следующий у нас день рождения будет Сашунькин. Саша. Это парень, который дает себя снимать без проблем еще. Мы там устроили и Сашей. Помните, Борин подарок будет вместе с Сашей. Мы, правда, тоже подключили всю семью, скорее всего. Ну, посмотрим, как лучше сделаем. Ну, короче, у нас будет такое общее празднование в крутом месте. Вот, это то, что мы хотели Борюсику подарить, но потом решили сделать это вот, короче, для всей семьи. Ну, для всей семьи, кто вот маленький еще, кто хочет, кто... Ну, Аня, понятно, уже туда не пойдет, Паша с Тёмой под вопросом, ну, а мальчишки, младший точно пойдет. И есть определенная у нас запланированная программа. Вы знаете, вообще, Максим, не кричи! Машинка играется. У нас вообще, как мы готовим дни рождения? У нас всегда семейный совет, мы его делаем без именинника. Или Максим, не кричи. Одевай курточку, сейчас выйдем. Давай, одевайся, да, мы сейчас просто уезжать собираемся. Мы его делаем без именинника, и мы за ним все обсуждаем, как бы мы хотели, исходя из вкусов и предпочтений именинника, его отпраздновать. И мы начинаем планировать. То есть у нас каждое день рождения, оно какое-то не спонтанное получается. О, пришло день рождения, так, что бы его сделать? А мы планируем где-то за полмесяца. Не всегда, конечно, получается, как мы хотим. Погода иногда не такая, как надо для пикника, например. Или планировалась поездка, на раз сорвалась, или заболели, или там... Ну, вот как бывает такое, вот мы показываем, что что-то идет не так. Но в основном это как бы вся семья сходится, и мы начинаем планировать. Мы там подарки подбираем сообща, что нравится, а что лучше заказать, а что приготовить, а что на стол, а куда пойти. Да, машинка, окошко, да. Вот. И, в общем, таким образом мы празднуем. Поэтому мы тут тоже запланировали на Сашунькин день рождения. Вот. Куда пойти? Давай тебе, да. Так что пока-пока, ребят. Хотелось немножко показать. До новых видео, до новых встреч.